Звезда группы One Direction избил папарацци и попал за решетку. 25-летний Луи Томлинсон устроил драку в аэропорту Лос-Анджелеса. Певец решил, что фотограф слишком близко к нему подошел и оттолкнул мужчину. Он ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Однако адвокат певца утверждает, что фотограф сам виноват. Он споткнулся о ноги Томлинсона и упал сам на спину. Но солиста бойс-бенда все равно задержали, доставили в участок, правда, быстро выпустили под залог. Суд состоится в конце марта. Но, видно, Томлинсон подустал от образа сладкого солиста мальчуковой группы и решил добавить вот такими выходками брутальности в свой образ.